Задачи социальной адаптации решает и международное движение «Обилимпикс». В этом году впервые проводится российский чемпионат. Сибирский этап прошел в среду в Новокузнецке. Дизайнер, медбрат, электромонтер, маляр, системный администратор. Всего более 10 компетенций, в которых проявляли себя участники конкурса. Победителей ждет финал в Москве. Главная задача этого международного движения – трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Желающих попасть на первый конкурс оказалось больше, чем планировалось. Планировалось принять организаторами, и в следующий раз они увеличат количество и участников, и дисциплин. В планах проводить в Кузбассе российский финал этих соревнований. Это очень полезно, так как проверяешь свои навыки непосредственно на рабочем месте. Это уже, то есть здесь обстановка создана такая, что как будто мы на рабочем месте находимся, и мы работаем как в жизненной ситуации. Мы провели вчера круглый стол. В нем участвовали 24 работодателя, которые сегодня готовы уже квотировать места для практик, для обучения детей-инвалидов.